Сергеев отдает пас Эрдману. Тот дальше через Арясина на левый фланг. И здесь перехват в исполнении Шагихметова. Здорово, два раза сыграл Руслан и бежит сам. Уже на половине поля торпедовцев. Развернулся, отдал Шитову. Здорово сыграл здесь защитник Спартака. Навес, эх, завершить бы все это голом. Так и есть. 1-0, 1-0. Влад Шитов помешал вратарю забрать мяч в руки. Ошибся на выходе Антон Поручиков. Выпустил мяч из рук, и тот уже так спокойненько перед Леночкой скакал. И Влад Шитов, 9 номер Спартака, занес его в ворота. 20, 21 минута. 1-0 Спартак повел в матче с торпедовцами.